Под благоустройством дворов программа «Комфортная среда» подразумевает не просто замену уличного освещения, новые парковки, лавочки и детские площадки, но и ремонт ливневых систем озеленения. Лазаревцы, как и жители остальных районов, проявили инициативу и подали заявку на участие. Повезло жителям улицы Партизанская. Здесь в проект попали сразу несколько придомовых территорий. Пока же здесь важно следить за санитарным состоянием, чем и занимаются управляющие компании и сами чиновники, которые ежедневно совершают обходы закрепленных за ними территорий. Не дожидаясь начала реализации новой федеральной программы, здесь готовятся к плановым работам. Мы должны привести в порядок весь район, зачистить, подкрасить фасады, отремонтировать кровли, крыши, подремонтировать дороги и так далее. Объем работы у нас очень большой, поэтому времени у нас мало. Сроки ограничены. Тем более у нас сейчас включается еще и программа, в которой будут, так сказать, задействованы федеральные деньги для ремонта этих территорий. Кроме того, еще в программе будет рассмотрен ремонт сквера у нас Кирова. Мы вот в первую очередь поставили в ремонт, хотим сделать очень красивый сквер. Во время подобных обходов решения находят многим вопросам. Свои пожелания жители района озвучивают лично главе района. Так как жильцы у нас законопослушные в нашем доме, мы регулярно оплачивали взносы в фонд капитального ремонта. Ими была инициатива предложена поменять нам трубы водоснабжения. На общем собрании жильцы, обсудив этот вопрос, приняли решение, что пока на данный момент с водоснабжением, с трубами, этими коммуникациями у нас все в порядке, и обратились с просьбой отремонтировать за счет средств наш фасад дома. Этот вопрос сегодня на контроле в администрации города. Что же касается проекта «Комфортная городская среда», то здесь необходимо участие самих жильцов многоквартирных домов. Либо финансовая, либо личная инициатива и помощь в виде субботников. Пока отмечают управляющие компании, местные жители в этом вопросе не активны. В этом году начнется Партизанская 4. 24-й дом переносится на 19-й год. Ну, там более-менее, более молодой дом. И еще Партизанская 14 тоже попал в эту программу. Жильцы очень редко выходят на субботники. Домкомы, конечно, стараются вывести их. Но большей частью, конечно, делаем мы своими силами. В целом на благоустройство в рамках федерального приоритетного проекта могут рассчитывать 2017 дворов, скверов и парков города Сочи. Ольга Десятова, Инга Габеша, Арактаян, телеканал.